присоединялись, мы сразу так, знаешь, иногда там раскачивают 5 минут, пока люди дойдут, присоединятся, там, да, ну, время, да. А мы прям с Да. тобой по-японски 23:00 поехали. Поэтому я думаю, здесь как раз вот кто присоединяется, Да. то будет момент, что еще раз поздороваться. Да, сейчас на связи Елена Макогонова и Ирина Мастеева. И И у да. нас медитация будет в ченнелинге, именно потоковая. Вот, и ты как раз вот это вот все проговори, потому что у нас еще больше людей Да, вот я присоединятся. вижу, да, присоединяются люди. Конечно же, основная масса послушает, в записи. На самом деле разницы по энергиям в записи и очной нету. И мы уже попадаем, ведь все мы знаем, в общем-то, изучая все эти, моменты, что времени в пространстве нет. И вот эти условности, что мы завтрашнего будем ждать 11 часов, 11, условно говоря, минут, да, это будет сильнее, но мы уже сейчас, это возможно, заходим в это пространство. То есть те, кто видят и чувствуют энергию, они уже на себе почувствуют и увидят, как у нас прямо открывается врата, открывается измерение. Это выглядит вот примерно таким образом, как мерцание измерения. И мы туда прямо сейчас заходим, и оттуда уже пошла энергия, очень достаточно сильная энергия. Энергия будет направлена, то есть здесь важны будут, я повторюсь, вот начала, но на что-то, наверное, не записала, слетела, важны будут не слова, а именно сама энергия. Эта энергия направлена на активацию того потока тех кодов, которые уже пришли на Землю с этими с активными солнечными вспышками, а сейчас это еще все будет усиливаться. Поэтому быстро-быстро, как говорится, переобуваемся в воздухе. Вот, собственно говоря, нас уже ждут. Высшие силы уже готовы начать трансляцию энергии. Поэтому кто бы в какое время не подсоединился к этой медитации, не прослушал ее в записи, она всегда будет активна. Да, и подсказывают, что одновременно сейчас направлены разные частоты абсолютно, и каждый человек будет сейчас усваивать именно свою. Ох, полилось прям таким дождем фактически. Будет усваивать свою частоту. Переслушав эту медитацию еще раз, у него будут включаться, активироваться другие коды световые. То есть, я так смотрю на тот поток, который идет, это очень многогранная медитация, долгоиграющая и многоразовая. Каждый раз что-то у человека будет активироваться. Поэтому сейчас просто прислушиваемся, можно прикрыть глазки, можно сесть как удобно, можно прилечь как удобно. Прикрыть глазки, полностью расслабить тело. То есть голос слушать не обязательно, желательно просто ощутить тот поток энергии, который сейчас уже направлен. А мы с Леной включаемся в процесс. Лена, да, сейчас сонастройся тогда. И у нас будет очень интересный. С Лениной стороны проводники тоже подошли. Можно ощутить, как в теле начинается легкая вибрация по всей поверхности кожи. Можно сделать глубокий вдох, плавный протяжный выдох. Глубокий вдох и плавный протяжный выдох. На выдохе все больше и больше расслабляя тело. Переведите сейчас фокус внимания на ноги.
Почувствуйте, как активируются ваши каналы, как по ногам начинает подниматься энергия, приводя в движение все ваше тело, всю энергию тела. Активно поднимается, собирается в копчики, расходится по низу живота, активно поднимается по позвоночнику, можно почувствовать некие пульсации в затылке. Верхняя часть головы. Активируется живот. Клетка. Спиралью каждого из нас опускаются потоки энергии, заходя через голову. Можно ощутить это на макушке головы. Также спираль проходит по позвоночнику и во всем теле отдается легкой вибрации. Поступающая энергия достаточно активная. Она расходится в разные стороны. Создавая некую сетку. Очень тонкий и мощный энергетический каркас. Можно почувствовать, как этот каркас как будто утягивает тело. Хочется выпрямиться, стать стройнее, вытянуть позвоночник. Направить еще больше макушку вверх. Пошла следующая волна энергии. Могут слегка подрагивать мышцы. Энергия создает как некий поверхностный каркас толщиной
2 сантиметра. По контурам тела. На команды начать. В голове можно ощутить легкое, у кого-то это может быть пульсация, у кого-то может быть как будто поменялось давление в голове. Но это все в пределах допустимой нормы. Почувствовать пульсацию Вишудхи горловой чакры, груди в солнечном сплетении, внизу живота, спускаемся по ногам и внизу под ногами энергия сливается в некий шар. Аккумулятор энергии. Оттуда из этого шара внизу вверх энергия поднимается по тонким телам, замыкая контур. Производится реструктуризация духовного мозга. Активация новых кодов энергии позволит воспринимать пространство более чутко. Улавливать любые изменения. Охват пространства будет гораздо больше. Поле увеличивается в размерах. Вы становитесь масштабнее, крупнее, обладаете более высокой силой, направленной на взаимодействие с пространством. У вас возникает желание двигаться вперед. Подключены к постоянному источнику солнечной энергии. Которая позволит вам поднимать свою активность в любое время, когда вам это будет необходимо. Это энергия действия. Двигайтесь вперед, у вас все есть. Сейчас энергия направляется в сердце. И
как будто бы мелкие частички, попадая в каждую клеточку, активируют и зажигают новые способности клетки. Вам передана информация до светового поля, которую вы вправе воспользоваться по своему усмотрению. Вам будет гораздо легче переживать те процессы, которые будут происходить на Земле. Они не так активно будут сказываться на вас. Ваше физическое состояние будет более адаптивно. Новым энергиям. Новым вспышкам. Обретите спокойствие и защищенность. Ощутите огромное количество энергии, шар энергии вокруг вас. Ваши поля наполнены, уплотнены, вы защищены. Код доступа у вас есть. Сейчас перед нами открываются пространство, как будто раздвигается в стороны. Как будто некая тропа открывается в пространстве. Ментально можно туда шагнуть. Ощутить эти энергии. Здесь есть разные энергии. Они все присутствуют на Земле, от низких до высоких. Но с вашей активацией они абсолютно безопасны на любом уровне. Идите смело в пространство. Осваивайте его. Ощущайте, трогайте руками. Теперь остановитесь, поднимите голову наверх и увидите тот свет, который падает на вас сверху. Озаряет ваше лицо. И вы чувствуете, как вы находитесь в трубе света. Можете подняться по этой трубе наверх. Вы там никогда не один, вы можете оглядеться, вокруг есть люди, которые также это делают. Выше, выше, еще выше. Можно
можно ощущать кожей, как меняется энергия, меняется пространство. Еще выше. Еще выше. Еще, еще. Глубокий вдох. Каждая из фигур, которая поднялась наверх, может увидеть себя ярко светящейся. Может сейчас быть легкое головокружение. Побудьте в этом пространстве еще какое-то время, буквально 30 секунд, минут. Напитайтесь этой энергией. И также по этому световому коридору, по этой световой трубе, медленно, плавно опускаемся вниз в тело, плавно вниз, 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 тело, тело. Тело, тело, еще, еще, до конца, хорошо, то есть ощущение, как будто вы полностью вошли в тело, как зашли в стопы, как будто защелкнулись в теле, отлично. Осознаемся в теле. Осознаемся. Можно потереть руки. Потереть бедра. Грудную клетку. Полностью осознаться в теле. Почувствовать ноги. Туловище, голову. И очень медленно, не спеша, в своем темпе. Можно в этой энергии, кому не нужно просыпаться, остаться, кому нужно выходить, выходим очень медленно, плавно, на выдохе открывая глаза. Поток будет продолжать идти еще какое-то время. Новые энергии будут в теле ощущаться еще в течение 3 дней. Будет происходить адаптация к новым энергиям. Все тело слегка как будто звенит, вибрирует. Ощущаем тело.
Все, кто сейчас присутствует, их можно увидеть. У всех такие прямо кругленькие стали тела. Да, поблагодарим, тонкие тела имеется в виду. Поблагодарим высшие силы, которые активировали способности нашего организма ощущать новые энергии, перестроиться в новом пространстве. Конечно, чем больше таких медитаций, тем лучше наш организм, физическое тело будет адаптироваться быстрее, легче и здоровее будем в этих энергиях. Как тебе, Лен? Я что-то до сих пор куда я возвращаюсь к телу. Да. На самом деле тело до сих пор вибрирует достаточно сильно. То есть, казалось бы, вообще отстегнуло, да, ум отстегнуло. Да. То есть, несмотря на то, что мы так вроде бы ненадолго, коротко зашли, но очень сильно, очень мощно. Какой-то такой... Да. Необычное ощущение, честно говоря, такие были. Да. Вот эту медитацию, как вот сейчас мне подсказывают, рекомендуют делать не чаще, чем раз в 3-4 дня. Ну, лучше даже раз в 5 дней. Потому что есть люди, которые ощущают энергию, хорошо ее ощущают. Есть те, кто не сильно ощущает энергию. Это просто уровень наработки. Но энергия достаточно сильная, мощная, активная. И нужно время ее переварить, усвоить и адаптировать. Потому что это, ну, вот если каждого посмотреть, действительно огромные такие плотные шары. Эта энергия... Какая-то сейчас вот реально вот такая, знаешь, воздушность в голове какая-то вот такая. Может слегка даже голова кружится, то есть такое ощущение тоже может быть, все в порядке. Кого-то может потянуть спать, у кого-то наоборот поднимется активность. Вот по моим ощущениям, я сейчас, наверное, выйду уже до конца в свое физическое тело и буду, вероятно, активной. Потому что у меня сегодня еще такой день был, когда я уже сталкивалась с подобным. Поэтому смело завтра заходим в 11.11. Точнее, мы уже там сегодня побывали. Да. Мы опередили всех. Да. Лина, благодарю проводников, всех, кто присутствовал, кто будет присутствовать. Здесь да. Мы все равно все вместе уже в эфирном поле, независимо, кто в будущем будет, кто в прошлом, кто сейчас. Это вы уже понимаете, для энергии, для здесь нет пространства временного в нашем понимании. Да. Поэтому все будет происходить, да, точно так же, мощно и сильно. Ну что, я так понимаю, мы на встрече с силой рода это будем только усиливать, да, такие практики? Конечно, там будут очень мощные практики, ну ты на себе уже ощутила. Да, у меня до сих пор с предком просто разговор. Поэтому, друзья, присоединяйтесь. В декабре будем встречаться вживую, обниматься. Там будут очень, очень серьезные вещи, которые просто людей будут выводить на новый уровень, на новый потенциал, будут открываться возможности. И как раз вот эти сейчас активные солнечные энергии, они прямо очень, очень кстати, потому что это энергия действия. Когда откроются врата, идите делайте, как раз эта энергия действия и нужна будет. Так что я думаю, что до новых встреч. Возможно, мы еще будем проводить такие медитации для того, чтобы наш организм быстрее в ускоренном, да? Отлично. Я напишите тоже там, друзья, там, да, что да, я за. Да, пишите, кто сейчас присутствует, тоже пишите в комментариях, когда сможете, за то ли вы, чтобы проводились периодически такие медитации на активацию кодов, на оздоровление, на усиление нашей энергетики и уплотнение наших тел тонких. А сейчас тогда до новых встреч. Да? Всем счастливого завтра. Кстати, 28-й лунный день.
очень хороший, благоприятный. Сегодня вот мы в таких высочайших высоковибрационных энергиях, а завтрашнее мое утро начнется с того, что я с семьей договорилась, мы поедем на машине по деревне и будем собирать мусор, потому что, гуляя с собакой, я обратила внимание, сколько у нас мусора всякого набросанного, что в руках его в пакетах не унести. Вот, поэтому 11-11 я встречу, очищая пространство. С благостью. Я встречу 11-11 с учениками. У нас сейчас идет обучение, самоправка через живот. Я один из кураторов, так что мы тоже очищаемся изнутри тела физическое, вы снаружи. Это здорово. Поэтому кто в какую севу тоже включится, да, пишите, делитесь с тем, что у вас будет происходить 11-11. Это очень интересно, потому что день очень благоприятный. Так что всем удачи и всего самого-самого замечательного. До новых встреч. До новых встреч.